Финал 2019 года для Андрея Педру и Евгении Нартовой выдался удачным. Получить свое первое жилье под Новый год – что может быть лучше? Ребята росли в приемных семьях. Как только исполнилось 18, получили квартиры от государства. Евгения, будущий учитель начальных классов, выбрала профессию, чтобы мама гордилась. Она тоже педагог. Говорит, в новой квартире уютно, и все в ней устраивает хозяйку. Ну, я очень благодарна всем, кто к этому причастен, к тому, что дали квартиру, потому что там очень близко метро и электрички, и будет потом удобно, когда я еще в институт поступлю после колледжа, будет очень удобно добираться до института, и потому что параллельно с институтом я еще буду работать, и как бы, ну, и туда, и сюда очень удобно добираться, вот, и вообще там можно въезжать и жить уже, то есть даже не надо думать о том, что надо сделать ремонт или купить какую-то мебель. Даже шторы на окнах предусмотрели. Такие благоустроенные квартиры получают все сироты нашего округа по специальной программе. Этот подарок от муниципалитета. Андрей переедет в новое жилье сразу, а вот Евгения после окончания учебы. Учится в Москве, и образование на первом месте. Но квартиру будет навещать по выходным. Приемная мама тоже довольна новым жильем. Не каждый ребенок в свои 18 лет может получить такой подарок. Наше государство заботится о детях этой категории. И эти квартиры не просто им выдали, эти квартиры благоустроили, сделали хороший ремонт. Завезли мебель, завезли бытовую технику. То есть администрация города Одинцово заботится о таких детях на все 100%. Конечно, открываешь холодильник, он работает. Открываешь кран, вода течет. Постельные принадлежности, все есть. Вы знаете, и ребята счастливы, потому что в канун Нового года они получили достойный подарок от нашего государства. Татьяна Викторовна отметила, в 2019 году ключи вручили 19 сиротам. Такое совпадение никто не планировал, но получилось вполне символично. Так же, как получить новую квартиру под Новый год. Хочется верить, что эта позитивная тенденция продолжится в жизни ребят и дальше. Влада Шишова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».